С первых минут матча инициативу в игре взяли горняки, не раз создавая опасные моменты для литовцев. Однако первым тайм выдался безголевым для обеих команд. Но уже на первых минутах второго тайма нападающий Шахтера Михри Топчагич вывел команду вперед. На 61-й минуте Улан Каныскбаев удачным ударом в дальний угол ворот увеличил разрыв в счете. За несколько минут до окончания матча Роман Муртазаев установил окончательный счет в матче. 3-0 победа карагандинской команды. Таким образом, футбольный клуб Шахтера вышел в следующий отборочный этап второго по значимости клубного турнира Европы. В третьем отборочном раунде Лиги Европы карагандинский «Шахтер» примет на своем поле хорватский «Хайдук». Первая игра пройдет в Караганде 31 июля.